І як обіцяли наостанок, вам майстер-клас, слушна і корисна порада, як зробити що? Показуйте, розказуйте, що у вас. Корзинку. Так, до нашої студії вже завітала гостя Євгенія Пишняк, наша улюблена дизайнер, яка постійно робить якісь поробки корисні для дому. І сьогодні ми от зробимо от зі звичайних старих газет корзинку, так зрозуміло, для шкатулочки, чи це воно просто для форми? Да, это для формы здесь шкатулка. Сейчас я расскажу все по очереди. Делаем мы коробку для, ну, для игрушек, скорее всего, в детскую, потому что, как всегда, ну, Женя игрушки... знает, потому что она и дети вдома, тому она робит коробочку для игрушек для детей. А так, взагалі, можно сделать для будь-яких, я думаю, там, прикрас, або книжок, якісь такі для них. Декоративні, так. Показывайте, давайте почнемо. Я все роблю. Так, начинаем мы с основы. Да, с основы. Для основы нам понадобится обычный картон, самый обычный. Я его, ну, то есть две одинаковые прямоугольные формы, то есть той формы, которую вы хотите коробочку. Может, это маленькая будет, может, большая, то есть какую именно хотите. Потом мы берем для декора бумагу обычную, ну, цветную. Я в нашем случае я взяла вот такую вот бумагу, обклеила ее. Вот. Потом берем старые газеты и накручиваем трубочки. Вот такие вот палочки. Так, имитируем, а еще до размера, бо имитируем лазу. Размер, конечно, желательно, чтобы он был одинаковый. Толщина тоже должна быть одинакова. Вот, вот, на, к примеру, допустим, вот эта палочка и вот эта, они нам, ну, как бы не подходят. Нам подходят вот одинакового размера. Вот. После того, как мы накрутили, заклеиваем мы клеем. И, значит, приступаем к работе. То есть... давайте визначимось тем, сколько треба взагалі нам для, наприклад, ось такой коробочки. Там... На самом деле, вот этих трубочек нужно очень много. Крутити и крутити. Да, но тоже все зависит от размера. От размера. Ну, я думаю, что это мелочь по сравнению, если вы пойдете в магазин и посмотрите на стоимость такой же шкатулки, только с лозы. Тут еще и задоволю, напевно, когда робишь своими руками. Ну да, конечно. Ну, можно и также, и сами робить. Да, это все-таки досуг тот же с детьми. Так, ну, уважаем, что уже накрутили, что робим дальше? Дальше мы раскладываем по периметру наши картоночки. Вот таким образом, и просто приклеиваем клеем, то есть берем клей и приклеиваем. Расстояние между нашими псевдопрутьями должна быть, ну, одинаковое, то есть выкладываем одинаково, вот по всему периметру. После того, как мы выложили и обклеили, мы прикладываем вторую в нашу картоночку и клеем приклеиваем. Желательно придавить прессом, чтобы... Тобто вже зробити як низ, так? Я сейчас покажу на таком, вот такой вот имитации, да? Вот, обязательно нужно следить, чтобы они были ровно. Я думаю, за цим наша... клей подивиться. Да, и клей тоже. И таким образом приклеиваем и оставляем, ну, на ночь. Желательно на ночь или на сутки, для того, чтобы клей схватился и хорошо наши прутья держались. После этого мы берем, обязательно берем коробочку, либо же шкатулочку, то есть того размера, которого у нас должна быть. Потому что, чтобы была форма. Чтобы была форма, для поддержки формы. Без этого выдержать даже суперпрофессионалу очень сложно форму. То есть это должно быть, ну, большой опыт для того, чтобы выдерживать форму. Ставим внутрь коробочку и наши прутья просто загибаем. Вот. Так как у нас сейчас я показываю широкую вязку, это более простая вязка. То, мне кажется, для більш, таких крупных, да? Да, для, ну я же говорю, я рассчитывала для игрушек, чтобы можно было там медведя посадить, такого. То есть, тут широкую вязку, поэтому можно сразу загибать. Если мы используем мелкую вязку, как показано, допустим, на примерах, то обязательно в лежачем виде, то есть прутья лежат, и мы пропускаем первый ряд, то есть не поднимая прутья, первый ряд нашей плетенки. Давайте я вам лежу. Может, я тут потримаю? Так как они у нас не прикреплены, сложно. Обязательно лежа, то есть не так, поднимая их. Так, только это важно, да, вот это очень нюансы. Важно. Почему? Потому что, чтобы не было дыр между дном и стеной. Я же еще раз говорю, так как у нас крупная вязка, поэтому у нас дырки везде. Вот.
Что еще хочу сказать? Можно скручивать не только трубочки, можно еще делать такие, скажем так, прямоугольные длинные полосы из газеты. Это более эластично. Да, мы зараз можем побачить, эластично. У нас теж є приклади, що ось да. Як можна ще зробити, наприклад, вот, вот это, да, да, вот этот вариант, он более такой плотный, хороший, ну, как бы удобный для мелких вещей. Добре, давайте вот. Трошки тоді розберемо далі, як ми продовжуємо, що тут робимо. Что мы делаем дальше? Мы берем вот наша заготовочка, вот такая вот так. Я поставила внутрь, получается, шкатулочку того размера, которого мне нужно. Но она не совсем соответствует, потому что, ну, мне главные углы. Вот, то есть не обязательно прям, чтобы миллиметр в миллиметр. Подвязала наши основы для того, чтобы они не мешали, не ломались. И у нас получается, у нас крупная вязка из тугих, то есть у нас не сильно эластичная, то есть у нас плотная, поэтому и крупная вязка. Так, давайте вот, покажем, да, все ж глядачам, как нам работать. Вот здесь вот очень хорошо видно, мы пропускаем наши полосы через одно, в шахматном порядке. Вот, пропустили, и потом, когда доходим до угла, заворачиваем и продолжаем дальше. Когда у нас угол заканчивается, я его проклеиваю, то есть я продолжаю. У меня получается в итоге одна цельная полоса. Як то кажуть, пробуйте, і у вас обов'язково вийде. Треба весь процес розбратися. Я думаю, для того, щоб ви зрозуміли більш детальніше, як це робити, спробуйте вдома, у вас обов'язково все вийде. Хочемо вам подякувати, Євгенія Пишняк, дизайнер, була у нас в студії. Безумовно, це не остання зустріч.